Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Привет, в гости. Да? Спасибо, как приятно, что компания Распроперти не только продает, но еще интересуется, как здесь обживаемся. Все помогает. Да. Проходите, пожалуйста, в гости, я очень рада. У вас красиво. Проходите, пожалуйста. Так, я хочу поблагодарить вас лично, Юлечка, вашу компанию, всю вашего руководителя. Спасибо вам большое, потому что вы, ну, несли, я считаю, что рай на земле существует. Спасибо теперь большое. Уже, я уверена в этом. Очень приятно, спасибо большое. Наталья, мы долго с вами шли к выбору этого объекта, очень много вариантов смотрели. Убедились ли вы сейчас, уже отдыхая в своей квартире с внуком, что все это не так страшно, как представлялось, когда вы были у себя дома? Да, вы знаете, я очень долго, 2 года шла к этому, и очень благодарна вашей компании Распроперти, потому что я никогда не думала, что можно было 5000 евро дать залог, и можно уже заселяться, ставить мебель, что возможно рассрочка может быть на год, на два, пока строится объект, возможно потом кредит взять, то есть оказывается, что это доступно и очень просто в другой стране. Наверное, не каждому человеку с другой стороны так запросто кажется, что ты переехал и можешь обосноваться. Уже на сегодняшний день я могу сказать, что я вам очень благодарна, мне все великолепно, мне все очень нравится. И желаю, чтобы все, кто мечтает иметь кусочек рая на земле, они осуществили свою мечту. Да. Спасибо большое за теплые слова. Можно посмотреть, как вы обустроились в других комнатах? В салоне я уже посмотрела, что все очень красиво. Мне теперь интересно тебе 2 спальни глянуть. Конечно, вопросов нету, пожалуйста. Это комната внука. О, шикарно. Боже, все. Все великолепно здесь, вполне достаточно. Так, довольно простенько, но с изюминкой. Достаточно просторная комната. Так, Юлечка, проходите, посмотрите. Это уже... Хозяйская спальня. Да, наша с мужем, великолепно. Спальня, здесь же санузел, здесь же есть душевая. И есть еще один балкон. Здесь настолько великолепно, еще не маленький балкон. Великолепная огромная терраса, правда? Мы здесь и завтраком, и обедом, и ужином, и вечером очень любим наблюдать, потому что двор у нас необыкновенно красивый. Вечером иллюминация, все подсвечивается, и мы прекрасно себе проводим время. Наталья, как хорошо вы живете, как хорошо вы устроились, мы уже увидели. А теперь мне очень интересно ваше мнение, как человека, который в Турции не живет, как здесь вообще по комфортности быта, как вы себя ощущаете? Чужой город все равно. Вы знаете, я же вам сказала, что очень долго к этому шла, очень долго выбирала и пришла к выводу, что не Европа, а именно Турция. Во-первых, великолепное отношение к детям, необыкновенно божественное отношение к женщинам. Даже если я несу какие-то пакеты, и с нашего, здесь наши управляющие увидели, и они подхватили этот пакет и мне помогли поднести. Настолько вот какие-то нравы, такие обычаи очень ценятся. Еще существует какое-то, знаете, такое вот отношение великолепное к детям и к женщинам. Это, наверное, немаловажно. Ну и куда бы я ни пошла, в магазин, еще, везде с таким, знаете, вот доброжелательным, особенно если выясняют, откуда ты, что ты с Украины. Это вообще отношение просто великолепное. Я думаю, что с любой стороны отношения великолепные. Я видела, как на пляже относятся к немцам, относятся к шотландцам, к ирландцам. Это все просто здорово. Ну а вы сами видите, ну как можно не полюбить эту страну? Прекрасное море великолепное, прекрасное солнце. Ну а по поводу еды, здесь вообще надо быть гурманом, потому что настолько все вкусно. А какой вкусный хлеб в нашей булочной рядом? Ну это просто чудо. Поэтому я уверена в том, что каждый человек, я повторю снова, что вот рай на земле существует. И знаете, самое что ценное, что когда здесь покупаешь квартиру, так она, во-первых, подчистов. Ты поставил в спальне, и у тебя все готово. Там поставил самое необходимое, все у тебя готово. Мало того, вы посмотрите, какая здесь зона отдыха, детская какая комната игровая.
А здесь как здорово. Здесь и для внука, и для мужа, и для сына здесь вопросов нет вообще. Правда же? И самое основное, что я же зимняя полностью. Зимний бассейн, зимняя джакузи, зимний ханам, сауна. Ну, все, что необходимо, все у нас здесь есть. И это очень здорово. Не только для отдыха, но здорово и жить. Было бы только возможность находиться здесь постоянно. Я, честно говоря, в Турцию влюблена. Мне она очень нравится. Я обожаю эту страну великолепную, радужную, которая прекрасно принимает нас. Было очень здорово у вас побывать. А правда? И вот какой великолепный. И здесь все великолепно, здорово. Там еще великолепная детская площадка. Я бы могла вам бесконечно показывать и рассказывать, потому что действительно здесь... Повторяюсь много раз, рай на земле. Я обязательно к вам зайду еще и с удовольствием буду спасибо слушать. Спасибо большое. И я очень благодарна компании Распроперти, которая умеет так комфортно не только продать, а потом и сопровождать, помогать, все обеспечить, все сделать, помочь рассрочку оформить, помочь кредит оформить, все, что необходимо. Если приезжаю сюда, трансфер, билеты заказать, то есть вопросов нет. Вы это нас очень, захвалили. Это очень комфортно и приятно, потому что, знаете как, ни о чем практически не думаешь. И самое основное, что никаких дополнительных плат не надо за это. Спасибо большое за теплые слова.